Да, немного не хватает. Что же делать? А может быть, фармап? Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области предоставляет микрозаймы. Для начинающих предпринимателей до 700 тысяч рублей под ключевую ставку Банка России минус 3% годовых сроком до 3 лет. Для самозанятых до 500 тысяч рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России сроком до 2 лет. Приоритет до 1 миллиона рублей от ключевой ставки Банка России минус 2% годовых сроком до 2 лет. Стандарт целевой до 2 миллионов рублей под ключевую ставку Банка России сроком до 3 лет. Стандарт оборотное средство до 2 миллионов рублей под ключевую ставку Банка России сроком до 3 лет. Социальное предпринимательство до 1 миллиона рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России сроком до 2 лет. Доверие до 1 миллиона рублей под ключевую ставку Банка России плюс 2% годовых сроком до 2 лет. Микрозайм для приоритетных отраслей и проектов региона до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Получить займ достаточно просто. Для этого необходимо посетить сайт Фармапа, farmap.ru, изучить соответствующий материал и подать пакет документов на займ. Пакет документов может показаться объемным, но на самом деле все не так сложно. Необходимы будут справки из налоговой и из обслуживающих банков. Во всем остальном предприниматель готовит документы сам. Анкеты, заявки и соответствующую финансовую документацию. Фармап. Правильный формат развития бизнеса.